Ян, ну, во-первых, поздравлять сегодня или огорчаться, что очки потеряли или набрали? Конечно, ничья за «Спартаком», но я думаю, результат хороший. Ну, жалко, конечно, тех моментов, которые были. Ну, бывает. Что, играем дальше. Сейчас игра за кубок, потом, ну, чемпионат надо набирать очко, но тем более дома. Кадровый ресурс довольно ограниченный. Всего 8 человек, да, в запасе привезли. Травмированных очень много. В этом графике тяжело играть или нет? Сегодня суббота, в среду кубок, в воскресенье Урал. Наверное, тяжело, но я думаю, тоже это хорошо, потому что, ну, играешь через 3 дня каждый, да, и это лучше, по-моему, чем ждать всю неделю на игру. Спартак чем-то удивил или нет? Или сыграли свою игру, и, в общем-то, ничего страшного не произошло на поле? В первую очередь мы хорошо оборонялись, как команда. Вот поэтому у Спартака не получалось. Вот.